Жена на ужин приготовила котлетки овощные. Там овощи, фарш добавлен с макарошками. Сейчас буду пробовать. Овощные котлетки буду кушать. Нежный, мягкий, обалденный. Я прям с противня. Потом надо тарелочку мыть. А мне линия с дачи приехала. Там наработался. Да, курочка была соль. Приятного всем аппетита, доброго вечера, хорошего настроения. Пятерочку жене поставлю за приготовление.